поговорим об обидах. Сначала я расскажу о причинах обиды, затем о том, к чему это приводит. И в заключение я поделюсь с вами техникой, с помощью которой вы научитесь нейтрализовать чувство обиды. Чувство обиды присуще прежде всего женщинам, но и мужчины обижаются. От чего возникает обида? Мы обижаемся тогда, когда мир не соответствует нашим ожиданиям. При этом мужчины открыто выражают злость, гнев и даже приходят в ярость, в то время как женщины не могут позволить себе такую роскошь. Поэтому они преподносят злость, гнев и ярость в измененной форме, в форме обиды. При этом в основе и женского, и мужского реагирования лежит одно и то же – отказ принимать мир таким, какой он есть. Важно не накапливать в себе чувство обиды, потому что в долгосрочной перспективе это приведет к психосоматическим заболеваниям. Но об этом я расскажу в других видео. А в этом видео я хочу поделиться техникой, с помощью которой вы сможете снимать груз обиды. Применив ее, вы получите эффект здесь и сейчас. Но она действует как таблетка обезболивающего, которая снимает боль, но не убирает причину. Поэтому, если вы по жизни склонны к обидам, наилучшего результата вы добьетесь, если будете искать глубинные причины и работать с ними. Итак, как нейтрализовать обиду? Нужно отреагировать ее. При этом важно понимать, что чувство обиды – это не чистая эмоция, а смешанная, и состоит из двух чистых эмоций – злости и боли, и их нужно отреагировать по раздельности. Как отреагировать злость? Для этого можно отправиться в уединенное место, например, такое как это, и кричать. Кричать до потери голоса, кричать до хрипоты. Можно колотить боксерскую грушу, и если ее нет, можно колотить подушку. Так вы отреагируете злость. Как отреагировать боль? Для этого тоже стоит отправиться в место, где вас никто не видит и не слышит, и позволить себе плакать. Вместе со слезами уходит боль. Таким образом, проявив злость и боль, вы отреагируете обиду, и она не будет угнетать вас. Вы почувствуете легкость и спокойствие. С вами был Антон Деркач. Освобождайте себя от обид. И до встречи в новых видео.